Хей, йога, если вы душмики, мы продолжаем пройти игру по названием Rage. Да, короче, я посмотрел 30 минут видео, это все-таки у нас с вами, считайте, выходит. Так, я поставил, да, поехали, короче, предупреждать людей насчет мутантов. Ой, у Баги тоже есть прочность, ё-моё. Короче, я забыл, о чем я говорил. Вот напоминайте теперь мне, о чем я говорил. Территория призраков. Блин, ладно, с головы вылетело. Может быть, когда-то вспомним. Вспомню. Нужно будет еще к этому мужичку съездить. Не-не-не, супер ускорение. Страшная вещь. Стоп. Ой. Я ведь здесь был. Так нормально. Вау, вау. Не, ну смотри. Вот это что не растворяется, это херово меня пугает. Я не понимаю, что вот это, почему я ее не могу использовать. Как? Я понимаю, что когда у меня будет перегруз, типа, я смогу ее использовать. Так, поехали возвращаться. Ай, больно. Ну, в принципе, смотрите, если... Почему далеко? Это недалеко. Походу, карта очень маленькая. Очень-очень маленькая. Ну, смотрите, мы еще не ездили в... по прямой. Именно в ту сторону. И наверх, куда мы сейчас пойдем именно по миссии. Большинство локаций мы уже с вами, по сути, посетили. А вы сейчас скажете, слушай, Шимики, а помнишь, ты говорил нам в прошлой серии? И это было недавно, потому что я же снимаю подряд серии. Может, даже и подряд игру выиграю. Хотя не, у меня места не хватит на ПК. Что, типа, ты зайдешь в магазинчик? Да, я зайду в магазинчик, но, по сути, этот же мне должен заплатить. Приветствую. А если он мне должен заплатить, то я, значит, получу денежку. А значит, я смогу купить себе винтовку. Ну, смотрите, стопача, в принципе, это очень хорошо, это очень круто. Все, да? Mad Max, который я говорил, что я буду потом проходить тоже. Игра сама по себе большая, с открытым миром. Это будет в районе ч... Что такое? Пропавшую запчасть. Стоять. Все... Ага, мне еще сюда нужно было. Эх вы. Тобой, да? А, вот и. Дир просит запчасти для старого баги. Того, что выкинуть, давно пора. Да, я бы с радостью поделился, но боюсь, есть одна проблема. Эти долбанные отмороженные бандиты только что полностью обчистили мой гараж. Так что ищи запчасти в их логове, возле старой дамбы. Думаешь, ты справишься? Конечно. Там может быть жарко. Найдите запчасти для баги. Так, дарую нужные запчасти для старого баги. Я бы с тобой поделился, но бандиты унесли почти все, в том числе поршень. Так, в сборе генератор и колпачок распределителя. Вот возьми этот толстачков, этих возьми этих толстачков и всему замколомки. Это тебе пригодится. Замколомки, толстачки, очень мощные боеприпасы, так. А замколобка так распределяет с тобой сложность замков. Так, лагерь бандитов, безбашенный на севере, на старой дамбе. Бандитов безбашенных. Это случай мне гораздо безбашенных. Возвращайтесь сюда, не нужно так. Просто доберитесь до последнего хагера и отдайте запчасти. Хорошо.
Нелегко воевать с бандитами в их логове. А нет. А да. Ха. Все-таки, видите, все у нас нормально. И все находится в одном месте. Да, походу просто лучше идти по сюжету и выполнять вовремя. Угу. Типы боеприпасов. Вы получили 12 тостячков. А, это патроны. Новый вид боеприпасов для вашего пистолета. Они намного мощнее, чем обычные патроны. Типы боеприпасов можно выбрать, когда вы берете оружие. Ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, я только что одну вещь понял. Поехали обратно. Поехали обратно. Съездим с вами в город. Ну, мы же с вами уже, по сути, смотрите, получили, да? То, что нужно. Да, сейчас мы с вами вернемся в город. Я поехал уже не в ту сторону. Вернемся в город, я куплю боеприпасы. Желательно максимум, сколько можно, на деньги. Плюс они почти дешевые. 5 баксов 12 штук. Эй, парень, хочешь посмотреть товар? Валяй. У меня найдется все, что хочешь. Я не спорю. Опа, на. А, это ингредиенты. Я уже обрадовался. Матрешки. Внутри этих другие пули, а внутри тех, так, третьи. Все три выстрела одновременно. Опа. 22 стоит 6 штук. Толстячки. 6 штук за 14. Это дробовик. Давайте, наверное, на дробовик купим. Вот так хотя бы. Ну, хотя бы, ладно, до сотки. Хватит, думаю. Ладно, продажем. У нас есть снайперские патроны еще. Годно. Так, ночной цвет. Так, оборщик постапокалиптической флоры. Так, стимулирует синтез здоровья. Хорошо. Так. Надпочечник мутантов. Тоже, видите, для хила. Набор деталей. Разнообразные железки. Создаваемый предмет. Создаваемый предмет. Кристалл 25 стоит, но они довольно ценные, тот человек сказал. Не хочу. До встречи, надеюсь. Встретимся. Так, подожди. Вот это, да, мне нужно. Так, давай. Почему бы сразу не создать? А что это? Так, подожди. Увеличит максимальный уровень здоровья на 60 секунд. Херня, блядь, нужно было продать. Так, замок, пока он не сломается. Вот это вот хороший предмет. Ну, короче, 50-50, считайте, все сделано. Полетели. Солнышко, 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 солнышко. Прогрузка мира. Жалко, что... Пипец у меня патронов, да? Пипец, скорее всего, мог я 999 купить, да и все. В следующий раз докупим до конца. Так, теперь самое важное. Враги восстановились. Опа. А прикиньте, если здесь враги одноразовые. Опа. А не, нихера. Вон там. Ты же слишком много ты хочешь.
Чё, враги были одноразово. А почему тогда здесь их нету? Может, они меня не услышали просто? А я тебя даже не заметил, слышь, ты там спрятался, молодец. Я ранен. Я знаю, что ты ранен, потому что кто попал по тебе? Я. Это одно хп мне, вот эта типа ячейка с хпшкой? Так, мне дают для штурмовой этой патроны в основном. Если быть точнее, то только для штурмовой. Блин, я думал, враги все сдохли и считай покончено с ними. Оказывается, ни хера. Враги еще и Враги еще и восстанавливаются. А вот тебя раньше тут не было. Поехали в гараж. У нас же дробовик, нужно не забывать. Так, гранаты можно придержать перед броском, чтобы у врагов не было времени уклониться. Мы сейчас будем с вами использовать дробовик. Не двухстволку, именно дробовик. Именно который вот этот вот. Херня, да, здесь то, что нифига не видно, куда идти. Страшно, вырубай. Блин, я бы еще в первую локацию сходил, где мы были. Набор деталей. Ну, я еще могу сделать. Так, а могу я сохраняться здесь? Могу. Выбрать. Окей. Гараж безбашенных. Дробовик. Что они делают внизу? Да просто турели уже на тачке. Это деревенщина и не пискнет. Босс с этим стволом, как мартышка с гранатой. Что это за придурок? Достать его! Я тебя достал! Какого дьявола? Назад, не так ему пройти! Есть! Бам! Ты без шлема, бам! Бам! Ты встанешь? Пришлите остальных! Вон он! Воу, воу, воу! Кто-нибудь, вперед! Порядок! Ну, вылазь! Опять сейчас встанешь и... Умер, всё. Вперед! Порядок, продвигаемся! Воу, откуда? А. О, нихера вас там. Он нас тут всех. Нам тут нужна помощь. Отступаем. Я отхожу назад. А, так вы все здесь? Меня вот бесит то, что типа они кажутся дохлые, и они после этого еще и встают. Мусор, мусор, мусор. Как же бесит, блядь, заходить в комнату, суки. Зачем заходить в комнату? Вон он! Ты что, ожил? Я...
где чертовы подкрепления? Бежим! Всем навалиться! Иду! Вон там! Вот, блин! Да сколько вас тут? Боже, они как будто, знаете, просто где-то спавн у них, просто не спавнится, спавнится, да и все. Я просто другого не вижу варианта, почему их тут так много. Ой, тут так жарко, душно. Нужно раздеться. Так, генератор. Ну, на всякий случай. Эй, вон там! Гранаты долбани! Получай! Так сколько у вас этих гранат? Понял, иду! Он в проходе! Подорви, ушлёпка! Эй, вон там! Вперёд! Вон там! Порядок! Вау! Вау! Гранату в засранца! Да ну вы надоели! Он меня обнаружил! Нам тут нужна помощь! Не дайте ему уйти! Как они бесят! Я реально говорю, у них как будто тут просто спам. Если бы я просто бежал в эту сюда, к ним, то бы они просто поисчезали. Слева! Получай! Отступаю! Канистра. Иди сюда, он нас порвал! Вон он! Эй, я на пистолет переключился. Он как будто, знаете, смотрит в очко. Морду покажи. Как будто в очко смотрит. Знаете, лучше бы он просто пальцем вот так сделал бы и стрелял. В принципе, какая была механика у нас в этом. В Warface. А пистолет рука, когда можно было с руки спулять. Да, я играл в Warface. Я думаю, это не секрет, каждый играл. Все. Так. Я могу бинты создавать. А что у нас по предметам? Ну, почти уже нету места. Патроны. Нужно ладно, где-то минут 5 я точно уже поиграл. Я забыл таймер запустить после того, как ко мне в комнату вошли. Черт. Ну ладно, не суть. Точно об этой игре говорили все? Вау. Пасхалки. О, консервы. Что-то я сомневаюсь.
салках. Я просто смотрю, что мне уже скоро это... Немножко инвентарь закончится. Там что-то есть стоять? Нет, там ничего нету. Так. Эй, вы смотрели вчера «Убей мутанта»? Иди на... Эй, вы смотрели вчера «Убей мутанта»? А вот и... А вот и... Ладно. Ты Джонни. А вот и Джонни! Эй, ты! Нифига, я что? Вон там! Я тебя достану! Он... Я пивасик нашел. Он за... А по ком вы стреляли? Мистер, а по ком вы стреляли? Пока я не появился. Или они через стены? Хорошая меткость. Есть пробитие. Есть пробитие. Убит. Да, покупаешь дохера пули, а смотришь, уже пуль нету. Ну, главное найти деньги. Быть охотником на бутылке. И все будет окей. О. Тихо, тут что-то и банка. Ну это что же мусор, по сути, почему не могу это взять? Так, создать. Поехали. Угу. Походу, я не могу это улучшать пока что. Так, давайте по времени. Мы уже час играем. Угу. Собрано карт из 54. Рецепты с почти выстрелы. Так, метка 75. Убиты солдаты, еще солдаты какие-то. Так. Что тут дальше? Голова снайпера. Получено урона. Дефибрилляций. Да ничего такого. Что значит маньяк? А. Так, 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 так. Готово. Сохранить можно? Можно. Новое сохранение. Готово. Возьму лучше дробовик. Пришлите остальных! Он идет. Получай! Эй, вон сюда! Гранаты долбани! Получай, ублюдок! Вот это, если что, да, здесь должна быть пасхалка. Он нас тут... Здесь должна быть пасхалка. Сказал... Я сказал, здесь должна быть пасхалка. Я должен туда попасть, наверх. А чтобы активировать эту пасхалку, мне нужно найти какие-то там кнопки.
спрятанные по уровню. Мне так кажется. Можно не пугать, спасибо. Я понял вас. Да, я вас порвал. Дробовик что-то не какой-то не очень, так сказать, точный. Так сказать, а тебя я подобрал. А он, кажется, вообще сгорел. Где же вы? Секретные кнопки. Почему такой графон отвратительный? Они, короче, спрятаны везде, ребят. Кнопки эти под столом. В основном под столом. Думаю, плюс Дженни. Вот я спускаюсь все ниже и ниже. Босс будет? Нет? Прикиньте, босс. В принципе, здесь довольно много. Это очень большое место. Поэтому я буду не удивлен, если здесь на самом деле будут враги. А так как это место просто огромное. Готово. Да, это был босс. Да, это был босс у нас. Воу. Который отъехал довольно быстро. Ну, замечу снова, это был босс. А, который я, конечно, облутать не могу. Или там нужно за второй... Второй, типа, прохождение, типа, чтобы... О! Поршень. Поршень найден. Либо... Поршень найден. Да, патроны будем закупаться с вами. Так, по идее, я все, да, сделал? Так, у меня два взломщика. На камуфки. Так, ну, в принципе, выход. Только куда именно этот выход идет? Сейчас вернемся, короче, все. Некоторые задания вы получаете автоматически в процессе езды по пустошам. Ага, у нас либо будет радио в машине, либо типа того.
Так, поговорите со всеми, кого встретите в этой. Некоторые задания вы получаете автоматически в процессе езды по пустошам. Давай, давай, давай. Поедем сейчас в пустошь, быстро раздам задание, и все, можно заканчивать серию. Храм в снаряжении — это просто храм. Продайте. Ах. Храм. Они баги мои смотрят, слышите? Чё, как? Чё, как? Придурки. Ребят, теперь у нас новые баги. Демонические баги. Так, а куда здесь проход? Так, это ж наше убежище, да? А я могу тут вернуться? Я могу вернуться? Эх, увы. А я бы вернулся, послушал бы музыку. Да, классно, да, у нас теперь баги. А теперь мой. Демонический. Хотел сказать. Да, смотрите, ну по сути территория такая, 50-50. Может, мне нужно эти уничтожить? Роботов летающих? Ну, то типа прыжки, что имелось в виду. Имели в виду прыжки. Так, окей, полетели. Дым. Я уже новые баги нашел, если что. Вот это подойдет. Порядок. Баги скоро будет готов, но тебе нужно кое-что узнать, прежде чем ехать кататься. Помни, пустошь — опасное место. Вызови меня, если твой транспорт застрянет. Я отбуксирую тебя. И еще, надо будет что-нибудь починить. Возвращайся. Я все сделаю. Так, ладно, осталось поставить эти детали, и все. Иди и возьми вон ту рацию на стойке. Окей. Вау. То есть у меня уже целая машина и... Да не, лучше на мотоцикле кататься. Не, может, наконец... Не, мотоцикл более удобный. Хотя, может, это машинка... Готово. Можешь ехать кататься. И помни, нужен буксир. Позови меня. Окей. Порядочек. Давайте попробуем. Можешь... Смотри, не лихач. А, ну смотрите, еще минус. Он... Типа... Блин, я не знаю, по мне лучше взять транспорт, вот этот, чем вот этот. Ладно, полетели, короче, в магазин, будем заканчивать серию. Куплю и продам любую Речи. Полезную вещь. У меня много мусора. Что нужно, по... Я не буду автомат покупать. Давай сначала продадим. Так, канистры с маслом. Папа, машины маслом, за них можно выручить хорошие деньги. Емкость с бензином, канистры с бензином, бензин вторая по ценности и жидкости в пустошах. Хавчик. Вот это, короче, нужно оставить. Инструменты. Набор инструментов, они совсем ржавые, но, возможно, за них и да, так, выручить пару монет. Банки пивом, лам. Ну, в принципе, ну это тоже как бы деньги считается, кристалл филтринс. Не знаю, стоит, не стоит. Так, ладно, что у нас еще есть? Ага. Приятель, мне нужна покупка. Создание не так. Это рецепт. Схема крыло палки. Создать несколько 15 штук крыло палки, которые можно поиграть в волейбол с бандитами. Давайте купим. Пускай будет рецепт. Так, мне бы
Идем. И дробовик. А это что, подожди? А, толстячки. Ну, в принципе, я думаю, будет нормально. До встречи, надеюсь. Ну что, давайте тогда, думаю, на этом заканчиваем. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.